Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов. Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. И в соответствии с нашим планом мы теперь ведем материалистическое, так сказать, изучение науки логики Гегеля, исходя из того, что в учении о бытии и в учении о сущности, так сказать, и тот, и другой подход совпадают. А вот в учении о понятии картина складывается по-другому. И вот мы с вами, изучая эту том 2 науку логики, субъективная логика, вот так он выглядит, вот этот том. Вот в этом томе мы начали с того, чтобы рассмотрели, есть такое вводное заключение, учение о понятии, прочитали предисловие о понятии вообще, вот, и поняли, так сказать, о чем идет речь, о чем не что, а о чем идет речь в этом томе. Но тот план, изложение, которое предложил Георг Вильгельм Фридрих, мы при этом изучении не приняли. Почему? Не приняли мы его потому, что такое понятие? Понятие – это результат снятия сущности. А сущность что такое? Это снятое бытие. Правильно? Значит, если мы берем отрицание снятия сущности, мы приходим к бытию, а не к субъективности. То есть это, так сказать, бытие, которое берется вместе с сущностью, а не просто бытие такое поверхностное. И поэтому первый отдел мы взяли, за первый отдел взяли то, что у Гегеля называется объективность. Второй отдел у Гегеля он идет как хоть первый, а мы дальше рассматривали субъективность. Почему? В первом отделе мы поднялись от простейших форм движения и существования материи, которые присутствуют, между прочим, у Гегеля, и даже высказывание про материю присутствует. И вот. Это какие формы? Механизм, химизм, жизнь. Добрались мы до человека. А когда добрались до человека, то мы перешли к разделу субъективность, потому что пока человека нет, пока мы изучаем другие формы развития и движения материи, это еще, так сказать, не высшая форма. И, наконец, только тогда, когда речь пошла о человеке, когда мы рассматриваем жизнь, и эта жизнь движется в своем развитии от более простых к более сложным своим формам, добирается до человека. Как понимать человека? Это Гегель не сформулировал, и вообще нельзя человека, так сказать, обвинять или ругать за то, что он не сделал. Потому что что сделал Гегель? Гегель построил систему логики и, можно сказать, посодействовал тому, чтобы Маркс и Энгельс усвоили эту диалектику. А тот, кто предшествовал Марксу и Энгельсу, Фейербах, содействовал тому, чтобы Маркс и Энгельс усвоили материализм. А, как известно, Маркс и Энгельс сначала изучали диалектику, а потом стали материалистами, после того, как они изучили сущность христианства Фейербаха.
И, так сказать, перевернулись с головы на ноги. И хоть иногда Маркс говорит, что Гегель стоит на голове, а надо поставить все на ноги. Но он и сам стоял на голове в кружке младогегельянцев. Другое дело, что чтобы стать материалистом, не только по отношению к природе, но и к обществу, недостаточно материализма просто, а надо еще и тот материализм, который применен к общественному развитию. А примененный к общественному развитию, он называется историческим материализмом. И вот, когда уже речь пошла об историческом материализме, и в основе развития человечества, согласно открытию Маркса и Энгельса, лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни, в том числе воспроизводство человека и средств для жизни материальных. И вот поскольку в основе развития идет производство и воспроизводство непосредственной жизни, то вот этот материализм, который доведен до развития человека, называется историческим материализмом. Значит, можно сказать, что мы вот как раз только все закончили, Маркс, Энгельс и Ленин все уточнил и применил еще к империализму, и все как раз для нашего кружка создано, чтобы мы могли уже по прямой дороге идти и не спотыкаться так долго, не крутиться, не переворачиваться. Единственное, что вот мы можем только вот здесь после раздела «Объективность» поставить раздел второй «Субъективность», на котором мы долго-долго останавливались и только на прошлом занятии расстались с умозаключением, но с радостью, поскольку это оказался очень сложный предмет. Но это все равно это было понятие все. Это все и движение понятий было. Движение понятий, которое, так сказать, рассматривалось и так, и так, и так. Когда это понятие раскрывалось сначала через всеобщее, особенное и единичное, а потом в соответствии с этим всеобщим, особенным и единичным сначала рассматривались суждения, потом умозаключения, потом мы их классификацию рассматривали. И, как всегда, классификация шла от простого к сложному. И вот, наконец, добрались мы до чего? До идеи. До идеи. Вот теперь мы можем взяться за идею и снова пойти уже, можно сказать, по той дороге, по которой шел Гегель. Потому что после человека, которого мы, так сказать, рассматривали из всего понятия, мы можем двигаться уже вперед, рассматривая идею. Это вот в начале мы будем рассматривать. Это страница 170-175. Потом телеология, она связана с тем, что люди ставят некоторую идею, выдвигают идею, ставят цель, и эту цель пытаются реализовать. Поэтому можно ее поставить после идеи. Затем мы начинаем классифицировать сами эти идеи. Это идея познания, страница 188 и далее. Потом идея истины. Идея познания состоит в том, чтобы правильно отразить мир. А идея истины сводится только к тому, чтобы вот это отражение было правильным. А в 229 странице и рассматривается идея добра. А что такое добро? Это преобразование мира. То есть, если речь идет о преобразовании мира, ну, конечно, можно при этом преобразовании какое-то зло сотворить, но не ради зла возникает идея и преобразование мира, а ради добра. Хотя нельзя утвердить добро, не оскорбляя зла, как известно. Ну вот, и когда мы рассмотрим, так сказать, идею истины сначала, потом идею добра, тогда мы должны взять в единстве идею истины, то есть правильное отражение мира и правильное преобразование его в соответствии с идеей. Тогда мы получаем абсолютную идею, как идею, представляющую собой единство идеи истины и идеи добра. И вот, так сказать, я вам сейчас вкратце изложил весь наш путь, по которому мы должны идти для того, чтобы дойти до
до конца этой книги и с более светлой душой приняться за то, чтобы снова начать сначала и изучать. Потому что, как вы, наверное, заметили, когда начинаешь потом по тем местам очень сложным ходить, проходить, как бывает, когда ты попал в неизвестное место и первый раз чувствуешь себя там очень неуютно, но когда ты уже видишь знакомые тропинки и места привала, то уже гораздо все это легче получается. И это из тех работ, которые нужно не по принципу прочитал и, дескать, все. А по принципу, если ты один раз прочитал, то надо перейти теперь к штудированию. И тогда вы начинаете извлекать, так сказать, для себя сокровища, которые тут есть. А если вы просто открыли ящик, посмотрели, все увидели, все, вот все лежат на местах, закрыли, то многого вы, так сказать, не получили. Вот такой у нас план действий. Мы его бегом делать не будем, потому что тут мы вообще уже, так сказать, в заключительной части находимся, здесь все это очень сложно. Будем это делать обстоятельно, вот никуда спешить не будем, ну и откладывать не будем, потому что у нас кружок работает совершенно стабильно, и первый семестр, и второй семестр. Вот летом мы от этой тяжелой работы по изучению диалектики совместно отдыхаем, чтобы дать людям возможность самим один на один с Гегелем побороться. Вот. И потом с новыми силами продолжить это изучение. Значит, я думаю, что все, наверное, заметили, в том числе и по тому, как выступают товарищи у нас. Выступают в интернете, пишут какие статьи. Те, кто знакомы с наукологией, раньше изучили, такие как, допустим, Золотов, такие как Мазур, такие как Галко и так далее. То есть вы видите, что, так сказать, они очень убедительно выступают, и, так сказать, какие-то вот представить себе какую-то дискуссию сейчас в интернете с кем-то из вот наших этих товарищей, которые стоят на этом уровне. Ну, как-то вот мы видели попытки такие. Ну, вот, например, с Иваном Михайловичем решил поспорить. Избиение младенцев. С Галко, да. А Галко такой самый мягкий, уже мягче уже нельзя человека найти. Не суровый. Ну, это, так сказать, видно, что это совершенно разные вещи. Тем более, что нельзя, как писал Ленин, вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя, написал Ленин. Это не значит, что... Сто лет назад. Ну, если вы возьмете и прибавите еще 100 лет, видите, а вот мы теперь регулярно проводим каждые 2 недели кружок. Какой скачок. Ну и я вот хочу сказать, что если мы возьмем такой материал, как вот, вот краткий курс, который я читаю по диалектике Гегеля, на Академии смыслов лобби уже 195 тысяч просмотров, 195 тысяч, и рядом таких вот, такие темы интересные там, в том числе и про Ленина, и про Сталина, и так далее. Ну, такого количества просмотров нет. А если взять вот те лекции, которые, те беседы, которые были с Пучковым у меня, зайти на oper.ru, посмотреть «Введение в науку логики» – 740 тысяч. Если бы мне там несколько лет назад сказали, что люди будут близко к миллиону смотреть на «Введение в науку логики» Гегеля, я бы не поверил. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что этот предмет представляет собой необходимость, потому что без него ведь не разобраться. Сколько раз людей уже обманывали? Вот очередной обман был в свое время при Горбачеве, когда сказали, вот у нас будет референдум, будет проводиться он по поводу Советского Союза. А как он? Какой там был вопрос на этом референдуме? Вы за союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Суверен. Что такое суверенный? Ну, мы как люди-то, сидящие в кружке и все время имеющие дело с понятием. Суверенный – это что? Это абсолютно независимый. То есть кто за то,
Смысл вопроса был в том, чтобы из единого могучего Советского Союза сделать кашу из суверенных государств. Или, другими словами, независимых государств, потому что тот орган, который потом был создан, так и называется СНГ. А где у нас находится Совет СНГ, не знаете? В Таврическом дворце там сидят. Там, где была в свое время высшая партийная школа и университет марксизма-ленинизма. Вот, поэтому я это здание хорошо очень знаю. Но там ничего не делается, в этом здании СНГ независимых. Поэтому, скажем, Горбачев говорил, что он создает проект Конституции ССГ. А в чем состоит Конституция ССГ? Ни в чем. Потому что они независимые, поэтому никаких не может быть общих установлений. Совершенно. И более того, значит, вот на этом самом референдуме. Ну, хорошие люди, которым сказали, что вот проголосуйте, это за Советский Союз голосование. Но ведь бюллетень-то можно было прочитать. Ну, в бюллетене это же было написано. Сейчас можно набрать в интернете, это написано, вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как Союза суверенных государств. Когда вот сейчас вы что-то делаете в интернете, а вас спрашивают, как сохранить? Как Союз суверенных или как Союз? Или не сохранять вообще. Или не сохранять. Нет, не сохранять, это сразу вы заметили. А как сохранить, как что? Как ненужное дело, допустим. Вам так и будет написано, ненужное дело. И так далее. Сохранять. И по-прежнему даже люди такие, вот, которые считаются или коммунистами, или сторонниками социализма, Советского Союза, выступают за Советский Союз, говорят, мы вот народ проголосовал. За что проголосовал? Ну вы возьмите, почитайте, за что проголосовал. Это не говоря уже о том, а когда был разрушен. Вот некоторые считают, что он разрушен из-за того, что не тот принцип взяли какое-то образование Советского Союза. А когда разрушен-то был Советский Союз? Скажите, пожалуйста, вот присутствующий. Какого числа? Это было отменение, которое предприятие. А? Нет, ничего подобного. Советский Союз был разрушен 12 июня 1990 года, когда Верховный Совет России, в том числе и вся фракция КПРФ, в нем, по-моему, за редким исключением, но большинство, проголосовала за что? Суверенитет. За суверенитет России. Вы теперь представьте, могучий, единый могучий Советский Союз, и вдруг Россия во главе с Ельцином голосует за суверенитет России. Это что значит? Все? Это же, так сказать, дерево, на котором строятся все остальные ветки Советского Союза, ветви. И все. Поэтому сначала говорили, что это День свободной России. Спрашивают, от кого вот? Меня однажды поздравил товарищ в разливе, гастарбайтер. Поздравляю вас, значит, с днем независимости. Я говорю, от кого? От Узбекистана? От Кыргызстана? От кого? Покорители. От Туркмении. От кого освободился это Советский Союз? Значит, что дальше было? Что Украина, думаете, сразу стала, пошла? Поэтому нет, она сразу не пошла. А кто? Белоруссия. Через месяц. Через месяц Белоруссия говорит, ну чего, нет Советского Союза, а что нам тогда тут делать? Нечего делать. Без России нет же никакого Советского Союза, мы тоже за суверенность, суверены. Ну, потом через некоторое время Украина. Ну, если все и русские, и белорусы, и украинцы вышли из Советского Союза, это на этом держалось, так сказать, можно сказать, на этом могучем дереве вся сила Советского Союза, все это пропадало. Так они и были учредителями основными. Это было в 90-м году. Ну и после этого люди слушали всякую вот эту чушь, незнакомые, не умеющие правильно воспринимать даже слова. Это не столько вина, сколько беда. Видимо, вот мы говорим, чего так вот мы все мучаемся тут, вот сидим, перебираем понятия. Ну потому что настолько не привыкли люди вообще вдумываться в то, что говорится. Что говорится прямо противоположное тому, что надо. И также, между прочим, запутали людей при голосовании за переименование Ленинграда. Люди думают, что они голосуют за Ленинград, а им говорят, да, вот это, вы все голосовали за Петербург. Да-да, нет-нет, да-да, и ля-ля-ля, и все. Вот, поэтому, как выяснилось,
Вот нам совершенно ясно, вот это наша деятельность, это наша работа необходимая. Мы видим, что этот кружок пользуется большим вниманием. У нас просмотров очень много. Вот смотришь, какая-то вот актуальная сегодняшняя проблема, вдруг раз и изучает какое-то понятие, скажем, идею, и вот вокруг этой идеи столько разговоров. Ну вот переходим, наконец, к изучению этой самой идеи. Третий отдел – идея. Идея – это страница 170. Что ж такое идея? И вот тут немножко историю вопроса рассказывает Гегель, ссылаясь на Канта. Что вот как-то идею по-разному понимали в философии. Да. Понятие разума, согласно Канту, служит для постижения, а понятие рассудка – для понимания. Вы хотите понять или хотите постигнуть? Ну, если понять, ну, ясное дело, ну, понимает, что такое бревно. Понимаете? Понимаете. А вы хотите постигнуть его? А что значит постигнуть? Это надо вот не просто на него посмотреть. Это надо выяснить, а чего, какого дерева, да, какого дерева, сколько лет-то, постигнуть надо. О, попробуй его постигни. Я думаю, белка хорошо постигает, и дядя особенно хорошо постигает бревно. Да. Постижение. Понятие разума, согласно Канту, служит для постижения, а понятие рассудка – для понимания. А что такое рассудок? Это, так сказать, тот же разум, только не диалектический. Да? Не учитывает противоречия, не учитывает единство, не учитывает борьбу противоположностей. Поэтому он не может это постигнуть. Вот сколько люди мучились и сколько везде вопросов задавали на засыпку. Что первично, яйцо или курица? А что готовить будем? Да? Как? Что первое привезут, то и будем. Что тут непонятного? Что первично? Первично то, что съели, то и первично, а то, что не съели, то вторично. На самом деле, что такое яйцо? Это курица, как яйцо. А что такое курица? Это яйцо, как курица. Ну, вообще, это все курица. И курица, как яйцо, и курица, как молодая курица, и курица, как курица несушка, и курица уже совсем старая. Все это курица. Точно так же, как если мы будем спрашивать, а что такое дуб? Вот желудь – это дуб. Вы отличаете желудь от дуба? Это глупая постановка вопроса. Как можно желудь отличить от дуба? Или дуб от желудя? Никак нельзя. Но это вот все равно, что вас от человека отличить. Как-то оскорбительно даже звучит. Я даже боюсь такое говорить. Сейчас человек встанет и скажет, вы что тут заговариваетесь, молодой? Ну как можно? Ясное дело, что когда говорят, что такое желудь, это, так сказать, зародыш считает зуба. Его посадили. Потом дубок никогда не скажешь, развесистый дубок. Никто ведь не скажет, правильно? Скажут, дубок маленький, но это росток. Дубок, росток. Это тот же дуб, но как росток. Теперь дуб, который огромный уже, так сказать, дает плоды. И полно на желудей на нем. Вот он, дуб развесистый. Вот у нас при Петре посадили сестрорецкие дубы. И там их вот три человека надо, чтобы обхватить. Такие стоят здоровые. Это тоже все дубы. И они, кстати, плодоносят и растут. Так это дурная бесконечность или глупый вопрос? Где? Про яйцо и курицу. Это не глупый вопрос. Это говорит о том, что люди не понимают, что надо все брать в развитии. А если вы не берете в развитии, вот вы говорите глупый вопрос, может, еще человек не доучился. Вот еще не глупый, он просто еще не понял. А вы уже прям так, что он уже не понял. Так его прямо хотите щелкнуть его по носу, дурачок глупый. Ну. Лучше прикинуться дурачком и разобраться, чем прикинуться умным и не разобраться. Вот. Так что вот мы уже, видите, как разделяем постижение и понятие рассудка для понимания.
Вот сказали, это то-то-то, понимание. Они не связаны их одно с другим, не берутся никакие противоречия, это рассудочное понимание. На самом же деле, если последняя суть действительно понятие, то они суть понятия, мы посредством их постигаем. И понимание восприятия посредством понятия рассудка будет постижением. Если действительно вы перейдете от рассудка к чему? К понятию, к движению понятий, тогда вы получите. Понятие разума вот на этой же странице 170, это предпоследний абзац, тоже является несколько неловким выражением. Его понятие есть вообще нечто разумное. Ну, разве может быть понятие неразумное? А поскольку разум отличает от рассудка и от понятия как такового, он есть тотальность понятия объективности. Кто скажет, что значит тотальность? Всеобщность. Нет. А? Целостность, целое, все надо в целом взять. Я хотел спросить, кто-то тоталитаристы у нас тут. Что такое тотал? Тотал – целое. Так мы целое будем брать или куски вырывать? Ну как можно? Если вы хотите что-то понять, надо брать его целое и как еще изменяющееся целое, развивающееся целое, правильно? Тогда только можно понять. И вот если вы берете, сначала брали, рассудочным образом, а потом берете тотальность понятия объективности, тотальность понятия объективности, целостность, это значит, объективность, это значит отражение в понятии того, что на самом деле есть. Правильно? Это будет объективность. А может быть и не отражение, а наоборот. Эта объективность преобразовывается в соответствии с понятием. Об этом, о том, что вы начали рассматривать или изучали, сделали предметом своего постижения. Вы хотите не просто постигнуть, а изменить мир. Но для начала изменим бревно. Но вы сначала подумали, как будете бить, по пальцу или по бревну? Если по пальцу, лучше отложите пока. Вот. А если по бревну, то тоже надо подумать, куда надо, так сказать, бить, чтобы из этого толк получился какой-нибудь. А толк какой? Соответствие объекта чему? Понятию. А чтобы иметь, так сказать, правильное понятие, надо, чтобы само понятие отражало этот самый объект. Если оно не отражает и не выражает, то у вас не получится с движением по преобразованию этого объекта. Поэтому тут вот Гегель подчеркивает, что нету такого жесткого разделения, что вот это вот он раньше так прямо делил на полочке рассудок, разум, еще что. Начало, я напомню, учение бытия есть, так сказать, разум, ум и хитрость. Что такое хитрость? Хитрость, что такое, Константин Константинович? Не знаете? Ну, разум-то вы знаете. Я еще не понял, какой вопрос. Вопрос такой, как соотносятся разум, хитрость и ум? Не знаю такого. Ну вот, слышал. Значит, вот Гегель там объясняет, что... Низшая степень ума. Да, низшая степень ума – это... Хитрость. Или высшая степень глупости. Ну, потому что если глупость взять, то хитрость-то выше же. Выше. Значит, высшая степень глупости. Или низшая степень ума. Вот, говорят, хитрый человек всех перехитрил и закончил тем, что, так сказать, провалился по всем вопросам. Есть такие хитрые люди, они думают, одного обманули, второго обманули, третьего обманули, а в итоге оказываются разбитого корыта. Так вот, понятие разума тоже является несколько неловким выражением, ибо понятие есть вообще нечто разумное. А поскольку разум отличает от рассудка и от понятия как такового, он есть тотальность понятия объективности. То есть надо взять не понятие отдельно от объективности и не объективность отдельно от понятия, а надо их взять вместе. Если понятие, понятие же не бывает просто понятие, понятие от чего-то. Правильно? А где это чего-то, вот это, предмет этого понятия, возьмите, это объективность. Объективность и понятия связаны.
И вот идея, может быть, так, что правильно ли выразили идею вот того, что вы рассматриваете? У него есть нечто внутреннее такое, чему оно соответствует. И вы, так сказать, эту идею как бы ищете, находите, чтобы относиться к этому предмету не как для вас совершенно чуждому, и не как к чуждому для него самого. Сама то, что есть в жизни, то, что есть в природе, то, что есть вообще, тоже меняется, развивается. У него есть какие-то свои внутренние, как мы говорим, законы, да? Ну так, значит, надо не просто, так сказать, смотреть, брать его как объект, а как объект, который, между прочим, имеет в себе понятие. А вот понятие, которое в себе, есть его идея. Вот человек есть в себе общественный человек. Неважно, что он один сейчас сидит или идет по дороге один. А в себе он все равно общественный человек. В себе. А в себе, как вы знаете, у Гегеля мы знаем, как употребляется, не только в смысле, что внутри, а еще в смысле равенства с собой. Он равен самому себе, как человек общественный, а не так, как какой-то человек, который от общества отличается. Он ничем не отличается от общества, только одним, что он, так сказать, в себе как единичный выражает всеобщее. Ну и особенное, потому что человек может быть мужчина, а может быть женщина. Фамилия. А это что такое? Это особенное. Только и всего. Так, раз выражение идея резервируется, это самый последний абзац на странице 171, для обозначения объективного или реального понятия. Идея для обозначения объективного или реального понятия. То есть речь идет об отражении мира или о преобразовании мира. Его отличают от самого понятия, а еще больше от простого представления, то следует далее еще в большей мере отвергнуть ту оценку идеи, согласно которой ее принимают за нечто лишь недействительное. И об истинных мыслях говорят, что это только идея. Допустим, вот у нас в Советском Союзе впервые разработали летательные аппараты, которые позволили вывести человека в космос. Как к ним относились, сказать, руководство относилось страны? Не как к тому, что это лишь идея. Это такая идея, которая означает выход человека, не просто человека, а человечества в открытый космос. И неудивительно, что и это показательно для того, что более прогрессивная общественная система в лице Советского Союза, при том, что мы на втором месте были по уровню экономического развития вслед за Соединенными Штатами Америки, первыми вывела в космос сначала спутника, а потом человека, Юрия Алексеевича Гагарина. Так что это не просто, так сказать, это только идея. Если у вас нету этой только идеи, то ничего вы великого не сделаете. Без великой идеи не может быть и великого созидание. Более того, великая цель рождает великую энергию народа. Если у вас цель до ларька дойти пивного, то как-то дойдете вы, я думаю, но великой энергии народа не будет. Оживление будет. Некоторые руками потрут, дойдут, и все на это. И об истинных мыслях говорят, что это только идея. Если мысли – суть нечто лишь субъективное и случайное, то они, разумеется, не имеют никакой дальнейшей ценности. Но они в этом отношении стоят не ниже временных и случайных действительностей. А чем какие-то пустяковые мысли лучше или хуже пустяковых действий? Когда человек, так сказать, сидит на стуле и болтает правой ногой. И что в этом? Или есть такие ораторы, которые вот они, если начинают говорить, он начинает так раскачиваться. Так вот, так обязательно, так вот там обязательно. Или вот так обязательно. Или он говорит, вот я слушаю «Эхо Москвы», и меня все время тошнит от того, как они. А потом начинает говорить, потом еще потом опять. Ну вы это свое уберите, это никому не нужно. Давайте я буду говорить идея. Она совпадает с истиной. Ну что это такое? Это безкультурье просто видно. Ну, вы идите, пойдите, поучитесь немножко.
Так. Если мысли – суть нечто лишь субъективное и случайное, то они, разумеется, не имеют никакой дальнейшей ценности, но они в этом отношении стоят не ниже временных и случайных действительностей. То есть действительность тогда ничем не выше. Вот как грязи много навалило, там, снега много, не пройти там и так далее. И что от этого-то? Что, здорово, это хорошо? Но это же, так сказать, действительность, которая равным образом не имеет никакой дальнейшей ценности, помимо ценности случайностей и явлений. Если же полагает, что идея, наоборот, не имеет ценности истины, потому что она, мол, в отношении явлений трансцендентна, что ей не может быть дан в чувственном мире совпадающий с нею предмет, то это странное недоразумение, ибо идея здесь отказывается от объективной значимости, потому что ей, дескать, недостает того, что составляет собой явление неистинное бытие объективного мира. Ну, так надо преобразовать этот мир в соответствии, если эта идея прогрессивная, да? Если это идея развития, и тогда мир будет соответствовать этой идее, по крайней мере, в том месте, где эта идея реализовывается. Потому что не всегда идея охватывает весь мир, или не сразу охватывает весь мир. Кант, середина страницы 127-71, Кант смотрит на идею как на нечто необходимое, как на цель стремлений. В чем идея? Вы к чему стремитесь? Что вы хотите? В чем идея этого кружка? Зачем вы сюда пришли? Ну, народ посидеть тут, погутарить. Изучить науку войны. Зачем ее изучать-то? Зачем нужно это изучать? Нет других дел? Чтобы понимать. Чего? А что вы лучше хотите понять? Чтобы не обманывали. Чтобы вас не обманывали? Да. Так, это два. А кто-нибудь собирается мир преобразовывать? Как-то я вот удивляюсь. Ну, кружок не преобразует мир. Да кружок-то не преобразует, но если вы собрались только лучше понимать и все. Понимать, как преобразовать мир. Ну, слава Богу. А преобразовывать не надо, только понимать, как надо. Ну, а вот пусть товарищ преобразовывает, а мы ему расскажем. Что-то делать, что кружок не преобразует. Так, ну все, говорят, все поняли, да? Шабусов пусть делает, он самый у нас старейший. Вот, у него опыт есть, и пусть работает. Так. Кант смотрит на идею как на нечто необходимое, как на цель стремлений. Цель стремлений. Вот идея коммунизма, да? Цель стремлений. Можно так сказать? То есть жизнь без эксплуатации и подчинение всего производства обществу. И подчинение не благодаря тому, что некоторым приходится насильно заставлять служить обществу, что делает государство, скажем, пролетарское, а чтобы это уже и необходимости не было в этом, чтобы люди сами трудились и действовали в общественных интересах из самой потребности осуществлять то, что нужно обществу. Как на цель стремления, которая должна быть выдвинута как прообраз некоторого максимума. Ну вот чем мне вам не объяснение, так сказать, вот того, как надо понимать коммунизм? Прообраз. Вот Маркс написал критику Готской программы. Там он обрисовал этот коммунизм. Или, скажем, Виктор Иванович Галко своими исследованиями показал, что при социализме в СССР 51% предмет употребления по потребности. В столовых, в больницах, в детских лагерях, так, и в спортивных, так сказать, каких-то секциях, где выдавали соответствующее оборудование или соответствующие инструменты и так далее, спортивные снаряды. 51%. И, то есть главное, какое было распределение при социализме? По потребности. Но оставалось еще 49%, которое распределялось по труду. То есть, что значит социализм – это распределение по потребности или по труду? Социализм – это не распределение, это труд в общественных интересах. Ну, а распределение, само собой, оно прилагательное к этому труду. Они существительные. Как говорят, коммунизм – это распределение потребления по потребности. То есть, если я сижу за столом в ресторане, и все тут по потребности – это коммунизм. Ну, недолго сижу, но сижу.
Может, у меня и денег нет. Но я пришел один раз, посижу, думаю, закажу, съем, ну а дальше будь что будет. Но я уже побывал при коммунизме. То есть коммунизм потребительский и понимался, еще понимается до сих пор. А понимание должно быть как общество, в котором все трудятся на общее благо. И, соответственно, все развиваются. Это общество всесвободного, всестороннего развития кого? Всех членов общества, а не некоторых. Я однажды с одним профсоюзником разговаривал, он уходил, говорю, ну, говорю, вот в коммунизм уже заходят сейчас некоторые по одному. Вот Абрамович зашел. У него и яхта есть, и подводная лодка на этой яхте есть. Все хорошо. Так вот, цель, идея, надо смотреть на идею как на нечто необходимое, как на цель стремления, которое должно быть выдвинуто как прообраз некоторого максимума, и к которой следует стремиться все больше и больше приблизить состояние действительности. Да, это действительность, но она должна приближаться к тому, что есть идея. Так что идея не ниже действительности, потому что она, эта идея преобразования мира возникает из этого же самого мира. И в головах той части материи, которая обладает сознанием и способностью отражать мир, и правильно его отражать и вырабатывать идеи, которые позволяют этот мир преобразовывать. Но так как у нас в качестве результата получился тот вывод, что идея есть единство понятия объективности, иначе говоря, истина. Истина. Единство понятия объективности, иначе говоря, истина. Истина, может быть, или истина понятия, то есть вы правильно понимаете, и в соответствии с этим можно получить и объект. Или объект истины, а вы правильно его отразили, то вот это единство объекта и понятия о нем будет истина. Иначе говоря, истина, то ее надлежит рассматривать не только как некоторую цель стремлений, к которой следует приближаться, но которая сама всегда остается некоторого рода потусторонним. А почему потусторонним? Потому что она тоже развивается. Пока вы, так сказать, ее пытаетесь достичь, она тоже двигается, безусловно. А так, что все действительно имеет бытие лишь постольку, поскольку оно имеет внутри себя идею и выражает ее. То есть, а что значит внутри себя идею? Это внутри, иметь внутри себя идею – это идеализм или нет? Нет. Почему? Потому что идея – это… То есть объект, мы ведь понятие с вами рассматривали как? Не субъективно, а понятие как снятая сущность. Возвращение к бытию. И поэтому вот если вы берете действительно истинное понятие, то оно позволяет вам в жизни, в действительности находить то, что соответствует истине. Например, что такое? Мы имеем понятие яблоко. Никто отдельно яблоко не ест. Он ест всегда одно единичное яблоко. Ну, по крайней мере, сначала, потом только за второе берется. Так, допустим. А представляете себе, вот сейчас вот пойдите, подойдите к ларькам, написано «Антоновка». Это Антоновка? Ничего общего с Антоновкой не имеет. Ну уж белого налива я вообще давно не видел и так далее. То есть как это пересортится. То есть понятие, вот скажем, Антоновки, и оно присутствует в самом яблоке или нет? А если какой-то сморщок, да и твердое совершенно, и не пахнет ничем? Зато его можно хранить 3 месяца, сколько хочешь. И ничего с ним не будет. 3 года. 3 года. Ну, это наука вперед пошла. 3 месяца. Предмет. Объективный и субъективный мир не только должны вообще совпадать с идеей, но сами суть совпадения понятия и реальности. Реальность, не соответствующая понятию, есть только явление, субъективное, случайное, произвольное, которое не есть истина. То есть не истинный предмет, не истинный продукт. Ну вот сделали на заводе, сделали, запороли продукцию. Брак. Есть продукция? Есть? Есть. Какая? Не истинная.
Истина, но она материальная же. Ну, значит, вот надо посчитать, сколько материала угробили, раз она материальная. Сколько денег надо с него взыскать за такое замечательное дело. Или, значит, что такое вал корабля? Это вот вал, на Балтийском заводе мне рассказывали, 4-метровый, так сказать. И один есть человек на заводе, который вот может с теми допусками, которые для этого даются, он не должен вибрировать. Или, так сказать, такого не бывает, чтобы совсем не так сказать, такую малую вибрацию давать. Вот, допустим, 3 метра 900 или 90 сантиметров или 900 миллиметров уже разработал, а потом раз и все, начиная сначала. Потому что это же вот основной винт, который идет, он работает, а если не будет этого, и все. Не будет этого рабочего, и никто и не сделает. А все есть, и деньги есть, допустим, и заготовки есть, и есть инструменты соответствующие, есть оборудование соответствующее, но все равно вот надо. Только он, по идее, должен быть без вибрации, этот самый. Такой должен быть вал, чтобы не было там больших отклонений. А очень малое количество микронов могут быть отклонений. На 4 метра. Представляете себе, какая сложность? Так что вот мы здесь вот уже с Гегелем разговариваем, как с представителем не вообще идеализма, а он здесь говорит о реальности и об идее. То есть, по идее, он должен быть не кривой, этот вал. Это идея чья? Это у меня такая идея? Или вал по идее, если это вал, он по его сути? Идея инженера. Да, по сути его идея такая. Вот здесь он пишет на странице 172. «Бытие достигло значения истины». А как оно может достигнуть значения истины? Ну, тогда, когда оно вот выступает как единство понятия и реальности. Так как идея есть единство понятия и реальности. Так это бытие достигло значения истины. Значение истины, оно поистине вот действительно таково. А не то, что у меня просто в голове это есть. Нет, не в голове, это он достигло. Бытием обладает теперь, следовательно, лишь то, что представляет собой идею. А если идею не представляет собой никакую, то есть нет такого внутреннего стержня, то есть понятию не соответствует своему, своему понятию не соответствует, значит, нет у него идеи. Раз нет идеи, значит, она не истинная. Раз не истинный, в брак. То 73-я страница. Но идея имеет не только более общий смысл истинного бытия. Истинного бытия. Единство понятия и реальности. Но и более определенный смысл единства субъективного понятия и объективности. Видите как? Два смысла. Один – истинного бытия, единство понятия и реальности. Что реальность должна соответствовать понятию. А понятие, как мы знаем, это единство бытия и сущности. А не так, что есть человек, он субъект, а вот это объективный мир и все. Нет, это не то. Это вот понятие, это, так сказать, то, что является развитием сущности, является возвращением к бытию, но уже с сущностью. Ведь понятие как таковое само уже исторически у себя реальности, ибо неопределенное выражение реальность не означает вообще ничего другого, кроме определенного бытия. Дальше. Вот последний абзац. Понятие, достигнув поистине своей реальности, есть абсолютное суждение, субъект, которого, как соотносящееся с собой отрицательное единство, отличает себя от своей объективности, и есть ее в себе и для себя бытие. Но существенно соотносится с ней через самого себя, и есть поэтому самоцель и стремление. К чему оно стремится? Ну, к тому, чтобы соответствовать своей сущности. Правильно? К чему стремится, скажем, ну, любой плод любого растения? Ну, к тому, чтобы был не кривым, не уродливым, а стать тем же самым растением, да. Объективности же именно в силу этого субъект не имеет непосредственно в самом себе.
Будь это так, субъект был бы лишь потерянной в объективности тотальностью объекта как такового. На самом же деле его объективность есть реализация цели. Объективность, положенная деятельностью цели. Объективность, которая, как положенность, имеет свое существование. И форму лишь как проникнута ее субъектом. Вот здесь мы уже подбираемся к цели. А кто ставит цели? Кто осуществляет целесообразную деятельность? Какое животное? Человек. Общественное, разумное, говорящее. Человек. Трудящийся. Поэтому идея, несмотря на эту объективность, безоговорочно проста и имматериальна. Ибо внешность имеет бытие лишь как определенное понятие и выбрано в отрицательное единство понятия. То есть не смотрите на то, какая у нее внешность, смотрите, какая она, так сказать, по своей глубине, насколько она соответствует сущности. Правильно? Так, страница 174. Из вышесказанного получается следующее более детальное определение идеи. Она есть, во-первых, простая истина, то есть в понятии объективности, как всеобщее, в котором противоречие и устойчивое наличие особенного разрешены в его тождественную с собой отрицательность и выступает как равенство с самим собой. Во-вторых, она есть соотношение для себя сущей субъективности простого понятия и его отличенной от нее объективности. Первое есть существенное стремление уничтожить это разделение. То есть всякое целое, если оно соответствует понятию, стремится уничтожить разделение на какую-то сущность, которая у него есть, да, и какую-то внешнюю поверхность, которая как бы отдельно. Нету этого разделения, они все в единстве. Как это соотношение, идея есть процесс расщепления себя на индивидуальность и на ее неорганическую природу. Приведение этой последней вновь под власть субъекта и возвращение обратно к первой простой всеобщности. Тождество идеи с самой собой едино с процессом. Мысль, освобождающая действительность от видимости бесцельной изменчивости и преображающая ее в идею, смотрите, как интересно, Когда мы видим вот в природе, что-то меняется, что-то там где-то, что-то разрушается, что-то созидается, что-то растет, что-то умирает. А преображающая ее в идею не должна представлять собой эту истину действительности как мертвый покой. То есть вы все познали, и никаких у вас стремлений, ни идей преобразования этого мира нету. Как простой образ тусклый и бессильный, без стремления и движения, как некоторого гения или число, или некоторую абстрактную мысль. В силу свободы, которую понятие достигает в идее, идея имеет внутри себя также и жесточайшее противоречие. Ее покой состоит в твердости и уверенности, с которыми она нечто вечно порождает это противоречие, и вечно его преодолевает, и в нем сливается с самой собой. Вот как можно говорить о преобразовании мира. Да, то есть нельзя удовлетвориться никаким этапом, никаким достижением, все время идти вперед, и это вот жесточайшее противоречие все время тут присутствует. Вперед, вперед и вперед. Положение покой нам только снится. А? Покой нам только снится. Да, покой нам только снится. Таким образом, идея есть, во-первых, жизнь. Это понятие, которое отличенное от своей объективности, простое внутри себя, пронизывает свою объективность, и как самоцель имеет в ней свое средство и полагает ее как свое средство. Но имманентно в этом средстве и есть в нем реализованная тождественность с собой цель. Вот это вот разделение на цель и средство, оно тоже формально логическое такое, оно не диалектическое. Цель должна быть, цель может быть достигнута, если есть средство. Если нет средства, то и цель у вас утопическая. Если у вас такое средство, что оно не приводит к цели, то цель, значит, у вас может быть и правильная, а этого нет. И долго искали социалисты и утописты, и другие социалисты, как бы вот прийти к такой такому учению, в котором бы соединилось бы цель и средство. И этим средством оказался рабочий класс, пролетариат. Поэтому вот и тут соединился, так сказать, соединилось. Как же тогда цель оправдывает средства? Конечно, оправдывает, конечно. А как она не оправдывает? Ну, это потому что цель не только оправдывает средства, а вообще цель находится в единстве со средством. Средство в себе содержит цель.
Если она в себе цель не содержит, вы никогда не добьетесь этой цели. Рабочий класс в себе содержит коммунизм? Да. Ну вот поэтому он и может быть ее к нему привести. И он в этом смысле вот жесточайшие противоречия. С одной стороны, вот отдельные рабочие, они другим заняты, они устают, они, так сказать, одни умирают, другие нарождаются новые и так далее. А с другой стороны, вот, рабочий класс как класс, он вечен и неуничтожим в этом смысле. Вследствие своей непосредственности эта идея имеет форму и свое существование и единичность. Да, в отдельных людях, отдельных книгах, в отдельных местах, на отдельных предприятиях, у отдельных людей и так далее. Но надо вот за этой единичностью увидеть что? А единичность, мы с вами знаем, есть единство всеобщего и особенного. Поэтому мы должны посмотрели на человека, а видим там человечество. Правильно? В каждом человеке. То есть там. Это выражение «в капле отражается в море», собственно говоря, это и есть. Да, да. Идея истины и добра, как познание и воля. Идея истины, как познание, и добра, как воля. Что такое идея добра? Это идея преобразования мира. А идея истины – это идея отражения мира, правильно. И они едины. Как если вы не можете правильно отразить, так у вас не будет и преобразования. А как вы хотите проверить, правильно ли вы отражаете? Если вы сможете с помощью этого своего правильного отражения преобразовать его, значит, и не просто преобразовать, а продвинуть вперед, то есть развить, тогда у вас правильное отражение. А если вы, так сказать, ну, что будете? Ну, снимите фотографию и положите ее над кроватью, повесьте на стенку. И все. Фотография – это и есть рефлексия. Процесс этого конечного познавания, потому что всегда кто-то конечный познает какие-то люди конкретные. И действование превращает первоначально абстрактную всеобщность в тотальность. Страшный тоталитарист этот Гегель. Тотальность. То есть в целостность, чтобы целое было. Не только у одних что-то было, а все и всесторонне бы развивались. Все и всесторонне. Это точно тоталитаризм. Правда? Тотальность. А если кто-то не хочет? Не хочет и не надо. Пусть остается при социализме. А все остальные ушли в коммунизм. Пусть будет недоразвит. Да. Таким образом, реальность есть для него объективный мир, или обратно объективный мир, есть та идеальность, в которой он познает самого себя. Вот, собственно говоря, что мы сегодня с вами, как говорят, прошли, или какие идеи мы рассмотрели. И рассмотрели мы сегодня идею. Это очень важно. А в следующий раз? Во-первых. А в следующий раз мы будем рассматривать... Да, глава первая, телеология, со страницы 150 по странице 169. То есть, получается, он идею тоже как единичную, всеобщую особенность рассматривает, да, идею? А все рассматривается все, как единичную, всеобщность. Всеобщность – это тотальность. Мы все уже должны приучились, что тотальность должна быть. Кружок – это кто? Это что? Это, если взять только членов кружка без руководителя, вроде... Как-то странно, все будут придут и будут смотреть. А еще смешнее, когда придет руководитель, никто не придет. Тоже будет руководитель. Он может, конечно, имея в виду ту современную технику, что-то излагать. Да. По поводу следующего занятия. 1 марта мы будем изучать телеологию. Я хотел спросить, а если вот идея не истинная, она что, ну, например, там, мирового господства или там, вечного капитализма, она что, не идея получается? Ну, как бы, нельзя называть ее идеей, но не идея истины. Она идея с точки зрения того, что она предвосхищение будущего результата. То, к чему стремятся, можно считать идеей. Но идея какая, может быть? Гнилая. Ну, то есть, результата не будет? Будет. Как не будет? Ну, что-то уничтожит. Мирового господства не может быть. Почему? Вот оно было. Ну, оно было. Семимильными шагами идет. Это во-первых. Во-вторых, пока еще есть страна, которая претендует на мировое господство. На сегодняшний день Соединенные Штаты претендуют на мировое господство. Чуть что, то они кричали, давайте в ВТО вступайте все. Наши начали приспосабливаться. Как может мировое господство, если он останется один, он тогда будет мировым господином. Дело не в том, что он останется один, но он не может, уже он получить мировое господство, если на первое место вышел по объему производства Китай.
Все. Вопрос о мировом господстве закрыт. Но закрыт он недавно, год назад. То есть это на самом деле вопрос очень актуальный. Какой мировой? А вот там Байден теперь думает не о ЛНР, ДНР, он сейчас думает о Китае день и ночь. Это понятно. Ну вот в этом все дело. А вы видели, что так сказать, впервые Китай поддержал Россию вот в этом вопросе? А так он обычно все там нейтрально и... Он там не поддержал, говорит, озабочен, там, соответственно... Ну и хорошо, нам больше, ну, 1 400 000 000 озабочены вашим здоровьем. Вы плохо, что ли? Мне сразу полегчало. Ну вот видите. Все отпустило. Видите там, все утром встают, 1 400 000 000, а как там товарищ Абдулла? Как у него здоровье? Как у него здоровье? А давайте ему позвоним. Давайте позвоним. Как? И вот, давайте по очереди будем звонить. Вот так. Про здоровье забудешь. Так, разрешите на этом закончить наше занятие. Спасибо, товарищи, за внимание.